Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам хорошие новости. Дорогие мои, спасибо, что подписались на мой канал и ставили лайки и комментарии. А если еще не подписали, пожалуйста, подпишитесь на канал и не забудьте про колокольчика. До 15 июня длится период миграционной амнистии, объявленный президентом России Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавируса. Потом правила для мигрантов снова станут строгими, но уже с января 2022 года, возможно, начнет действовать новое миграционное законодательство. О том, каким оно будет и как повлияет на жизнь в России, во время круглого стола в редакции МК рассказали общественники. Новый рамочный закон заменит сразу несколько ныне действующих нормативных актов и значительно облегчит правила для приезжающих в Россию, прогнозирует глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. В частности, исчезнут понятия «выдворение» и «депортации», появится единый термин «высылка». Вместе с тем будет вводиться универсальная идентификационная карта мигранта, вместе с универсальной картой мигранта планируется ввести обязательную идентификацию и дактилоскопирование всех прибывающих в Россию. Планируют также подготовить так называемые «соглашения о лояльности», которые будут подписывать мигранты, приехавшие в Россию на срок более 3 месяцев. И все-таки в целом новые правила, похоже, будут более дружественными к мигрантам, а Россия, более открытой страной, планируется отказаться от привязки к конкретной цели прибытия.